Пойдут ли по склонам вулкана потоки раскаленной красной лавы, и сожгут ли они заживо десятки миллионов жителей Петропавловска-Камчатского? Погибнут ли в потоках кипящей вулканической лавы жители Петропавловска? Помните картину «Гибель Помпеи»? Ждет ли столицу Камчатского края такая судьба? Привет! Это «Камчатка» с Александром Петровым, и мы будем говорить про Авачинский вулкан. Помните, в прошлом году Институт вулканологии предупредил о возможном его извержении. В новейшей истории таких извержений было два. В 1945 и в 1991 годах. Я уже показывал фумарольную деятельность Авачи. Это было в декабре прошлого года. Наступил Новый год, и Авача снова задымила. Ждать ли нам катастрофического землетрясения? Пойдут ли по склонам вулкана потоки раскаленной красной лавы, и сожгут ли они заживо десятки миллионов жителей Петропавловска-Камчатского? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте посмотрим цайтраферную съемку, так называемый таймлапс, показывающий фумарольную деятельность на макушке Авачи. Смотрите. Не правда ли, зрелище впечатляет? Но это еще не говорит о том, что в ближайшее время начнется извержение вот этого самого домашнего вулкана, который вы видите за моей спиной. Стоит ли нам готовиться к худшему? Я думаю, что нет. Авача расположена достаточно далеко от столицы Камчатского края, поэтому нет смысла убегать, улетать. Будем любоваться, как из нее валит дым. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится иногда узнавать что-нибудь новенькое, если вам иногда нравится узнавать что-нибудь новенькое, это я повторяю, чтобы заглушить шум проезжающих машин, если вам нравится узнавать что-нибудь новенькое о Камчатке на моем канале, ставьте лайки, пишите комментарии вот там внизу. А если вы здесь впервые, то для вас сейчас появится подсказка в правом нижнем углу кадра. Вот она. Выполнили то, что вам порекомендовано. Молодцы, умницы. Теперь вы не пропустите новые видео на моем канале. До свидания. Thank you.